Доброе утро всем рыбакам. 7 января. Подъехал на рыбалочку. Заливчик тут такой неплохой. Обычно здесь всегда неплохо ловили окуней. Нет-нет, щучка цепляется. Но последнее время что-то слабенько здесь стало. Окуня выбили. Хорошо. Водичка чистая, прозрачная. Сейчас попробую на дропшот. Вчера взял на эту резиночку щучку небольшую. Посмотрим, как будет сегодня результат. Сейчас покидаю дропшот, потом попробую резиночки гумми фишинг. Потом, может, чикрит попробую. Результат покажу.